Сегодня, 18 января, в КСК «Уникс» прошел турнир по шахматам среди преподавателей и сотрудников Казанского федерального университета. В одной из самых популярных логических игр приняли участие 13 команд. В этот раз им пришлось не проявлять активные физические способности, а приходилось просчитывать ход соперников на 2-3 хода вперед. Периодически у нас в лицее проходят соревнования, и на основании этих соревнований были выбраны сотрудники, которые приняли участие в данной спартакиаде. Быстрые шахматы или же рапид зарядили участников неистовыми эмоциями, которые они старались в полной мере удержать в себе. Ведь какой бы ожесточенной и захватывающей ни была игра, поражение всегда обидно. Накал страсти очень-очень, я бы сказал, высокий и очень интересно. Как бы люди ни играли, все равно неприятно проигрывать. Все понимают, что это, конечно, вроде бы с одной стороны дружеское какое-то соревнование, а с другой стороны всегда хочется занять более высокое место. Поэтому в этом плане мы, как экономисты, знаем, что конкуренция всегда двигатель, в общем-то, экономического развития. Всегда это, в общем-то, в конечном счете дает положительные эмоции. В этот раз в турнире по шахматам главный бой развернулся среди сотрудников Института физики и Института математики и механики имени Лобачевского, которые сразились за первое и второе место. В этом году победу одержала команда Института физики. Следующим видом спорта станет волейбол, который пройдет с 21 по 22 января. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.